период большой линьки актуально вот такие средства для ухода за питомцами и уборки в доме. Смотрите, сколько насадок, щетки, триммер есть. Ну, кто первый? Давайте, подходите, катаны. Терпит, бедняга. Ну, я думаю, что приучить можно к такому пылесосу, ничего страшного. Следующая клиентка Тильда. Когда делать какие-то процедуры с котами, держите на передние лапки так, как это делаю я. Таким образом, у кошки не будет маневра для того, чтобы вас поцарапать и вырвать. Это Симбочка наш. Его мы тоже решили пропылесосить, поскольку он очень мохнатые у нас. Диля хоть и стриженная, но тоже надо ее пропылесосить. У Дили шерсть такая, что она склонна к колтунам, поэтому мы ее стрижем. И наш очередной клиент-пациент, это Жизеля. Дайте, пожалуйста, комментарий, нравится ли вам процедура. Что хочу сказать. Девайс интересный, пылесосит хорошо, шерсть собирает хорошо. Триминг мы еще не использовали. Как пользоваться триммингом, я вам расскажу позже.